Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на True Wireless наушники. У них отличный звук и не менее интересный внешний вид. Да и на самом деле по функционалу здесь тоже все на очень высоком уровне. Так что давайте вместе разбираться, какие технологии там есть и как это все работает. Полное наименование моделей данных беспроводных наушников Solout Sabot X12 Ultra. Это действительно уникальные TVS-наушники-вкладыши. Именно вкладыши. Есть еще моделька Sabot E12 Ultra. Она, по сути, такая же по характеристикам, однако это внутриканальные наушники. Здесь именно форм-фактор вкладышей. Ну и, конечно, у нас громкое звучание, крутой дизайн, анатомическая форма, плюс это улучшенная версия. Эта модель вышла в 2019 году, а теперь же они стали еще лучше, еще интереснее. Об этом сейчас поговорим. Сохранили приемлемый ценник и крутые премиальные характеристики. Упаковка наушников выполнена действительно в крутом дизайне. Люблю красивые упаковки, они меня сразу же подкупают, так и должно быть. Плюс внутри есть еще дополнительно вот такой вот кейсик, он рифленый. И его уже открываем, видим вполне понятную инструкцию на русском языке. Действительно редко бывает с TVS наушниками, чтобы все было максимально наглядно. Плюс это буклет, который показывает вот все многообразие дизайна данных наушников. Например, вы можете показать друзьям, они выберут себе те, которые нравятся им, если понравились те, которые есть у вас. Кроме этого, там находится зарядный кейс, очень компактный, приятный. В отдельной коробочке находится USB Type-C кабель для зарядки. Да, у нас здесь USB Type-C. Вот такие вот плавнички для занятий спортом, еще плотнее будут сидеть в ваших ушах. Можете использовать, можете не использовать, тут по желанию. И есть еще мешочек для переноски. Вот это, наверное, самое интересное. Мне лично такое однозначно пригодится. Да и вообще круто, когда производитель предусматривает подобную комплектацию. Кейс может поцарапаться, выпасть и так далее. А в мешочке ему уже точно ничего не будет. Ну и, естественно, сами наушники. Установка в кейс наушников происходит буквально за считанные секунды. Они легко примагничиваются и плотно сидят внутри. В столовой части нас ожидает USB Type-C порт для зарядки. И, конечно же, в фронтальной части есть индикация состояния. То есть мы можем понять сейчас, заряжаются наушники, не заряжаются. И, в принципе, кейс выполнен очень хорошо. Он такой лаконичный, компактный, обтекаемый, действительно приятный на ощупь. Еще раз стоит проговорить о цветовом разнообразии наушников. Они могут идеально сочетаться, по сути, с любой абсолютно одеждой. Выбирайте те, которые нравятся вам, либо более универсальные, либо сможете выбрать какие-то, ну, такие более оригинальные. То есть принтов здесь действительно очень и очень много. Некоторые из них, например, напоминают мрамор или волны. Ну а у нас кадры расцветка бесконечная вселенная, похожая на космос. Формы наушников можно вполне назвать уникальной. Это такая анатомическая история, плоская внешняя часть, отсутствие лишних элементов. Ну и, конечно, благодаря этому именно наушники как раз не выходят за границу ушной раковины, сидят максимально плотно и выглядят при этом лаконично, находясь в ушах. Удобная фиксация, на самом деле хорошо сидят, то есть с точки зрения занятий спортом при ежедневной носке вообще никаких вопросов не возникает. Плюс я не очень люблю форм-фактор именно затычек, мне больше подходят именно вот такие наушники-вкладыши. Причем у нас здесь благодаря чипу от Qualcomm реализована поддержка Bluetooth 5.2 и кодеков IPTX. Все подключается максимально стабильно, можно использовать их по отдельности без каких-то немало проблем. Ну и, конечно, вы еще и можете использовать, например, во время разговоров стереозвук, что тоже бывает не так часто в подобном типе наушников. При этом они еще и живут очень долго, это больше 7 часов. Время с подзарядкой от кейса еще больше, 35 часов. А это действительно очень круто, особенно если мы учитываем ценовой сегмент, качество звука и, конечно же, визуальное оформление. Есть и физическая кнопка управления на самих наушников, они полностью могут управлять музыкой, громкостью, звонками и, конечно же, голосовым помощником. При этом у нас доступны функции воспроизведения, паузы, переключения треков, увеличение громкости, достаточно нажать 1, 2, 3 раза или, например, включить игровой режим. Для этого нужно нажать 4 раза на кнопочку. Технологию шумоподавления тоже никто не забыл. Здесь стоит CVC 8.1, раньше была CVC 8.0. И я не зря упомянул игровой режим. Он выполняет функцию низкой задержки звука. А это значит, звук не будет отставать, либо идти вперед. У вас всегда четкое воспроизведение абсолютно в любой, даже самой мощной сетевой баталии. А в России данные наушники можно приобрести на сайте официального партнера Sabot в России, solout.ru. По промокоду Филатов получите еще скидку дополнительно 15%. Это крутой реально подарок к Новому году. Вы получите уникальный дизайн, все моменты и за адекватную цену. Ну и скидон 15% лишний не будет. А ссылка будет в описании и в прикрепленном комментарии также продублирована. Промокод, естественно, там же. Если ты хочешь, чтобы наушники стали еще более крутым подарком на Новый год, то для тебя есть идеальная упаковка. Это дизайн
дизайнерская коробка, бантик, открытка с твоими пожеланиями, яркое наполнение и много вкусняшек. Вариантов много, это может быть как универсальное новогоднее оформление в классических праздничных цветах, так и более брутальное в темных или наоборот милое в нежных оттенках. Ну а внутри будет помимо выбранных наушников много вкуснейших сладостей, шоколад с праздничным вкусом, самые любимые конфеты, новогодний карамель и вкуснейший пряник ручной работы. А еще милая необычная елочная игрушка. А бонусом открытка с любыми пожеланиями от вашего имени. Наушники — это крутой подарок, а в такой упаковке он становится идеальным. По итогам, данные True Wireless наушники действительно очень крутые с точки зрения дизайна. Отличный кейс, имеющий хорошую эргономику, большое количество самых современных технологий внутри. И, конечно же, это тот самый момент, когда у тебя золотое соотношение цена-качество, да и удобство ношения не подкачало. В общем, если вы искали себе наушники, которые смогут удивить окружающих, параллельно с этим у них будет реально хороший звук и большое количество именно современных, вот прям на грани трендов технологий, тогда эти наушники точно ваш выбор. Ну и плюс крутой внешний вид, большой выбор вариаций, это именно то, что вам тоже нужно, я уверен. Пишите, кстати, об этом в комментариях, вот насколько для вас важен дизайн наушников. Не забудьте поставить большой палец вверх на канал, подписаться, внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой. Нажимаем на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео. Пожалуйста, проделай, тебе не сложно, а для нас это огромная помощь в продвижении видео и канала в целом. И несколько доп. Роликов сейчас перед тобой. Переходи, смотри, там много всяких интересных разных видосиков про гаджеты, технологии, как ты любишь.